значок. Все, вот галстук мы поворачиваем его, то есть хвостик обратной стороной, этот лицевой стороной. Берем большим пальцем, держим, двумя снизу, большим сверху. И делаем раз поворот и два поворота. Потом продеваем этот хвост в петлю. И вот сюда, где у нас был палец, где мы держим пальцем, вот тоже в эту продели. И потом потихоньку начинаем его вытягивать, выравнивать. Иногда там цепляется. Да-да-да. Вот у нас получается узел. Ну все, отлично. Соответственно, больше, меньше мы это регулируем. Все, спасибо. Конечно.